Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами проектом, называется Grimmy Game, в переводе «Сливочная игра», как-то так. В этом проекте нам дают возможность зарабатывать абсолютно без вложений коины и выводить на Pair и Faucet Pay. Значит, давайте переведем на русский. Вот сливочная игра. Зарабатывайте деньги автоматически. Начни зарабатывать сегодня с вложениями и без вложений. Я вам буду показывать, как зарабатывать здесь без вложений. Так как здесь, естественно, и с вложениями. 29 тысяч участников, работает уже прилично дней и выплачено более 2000 долларов. Ну, это можно все изучить. И вот здесь последние выплаты вот идут. Минимальный вывод отсюда 200 коинов, 200 монет. Это равно 2 цента долларов. 0.02 цента. На Pair и Faucet Pay здесь вывод идет. Зашла я очень поздно вчера. И так чисто погуляла по сайту. Я ничего не делала. Вот так, потому как очень была уставшей. И думаю, до утра. Значит, регистрация здесь наипростейшая. Юзернейм, email, пароль, повтор пароля. Разгадываем капчу. Ставим галочку. Кликаем «Зарегистрироваться». Я же авторизуюсь. Авторизация по email или логину. Ну, естественно, паролю. Значит, я выбрала email, адрес, пароль. Значит, смотрите, я авторизуюсь, разгадываю капчу. И при авторизации вот здесь нужно ставить галочку. Поставлю я пока на оригинал, как бы, да. Логин. После чего попали мы на домашнюю страничку. При регистрации нам даются 500 коинов. Это я уже как бы тут немножко покликала. 500 коинов. Они к выводу недоступны. Бонусные монеты, естественно, вывести нельзя. В первую очередь, что нужно сделать? Идем в настройки. Далее что у нас? Опять буду переводить так и так. Значит, настройки. Подтвердить электронную почту. Кликаем подтвердить. Значит, имя пользователя, электронная почта. Не подтверждено. Когда вы нажмете отправить письмо, мы отправим вам код на ваш зарегистрированный адрес электронной почты. Скопируйте код, а затем верните сюда, чтобы ввести код для подтверждения вашего адреса почты. Отправить письмо. Так, что у нас написали? Так, мы отправили вам письмо с кодом для подтверждения. Так, хорошо. Значит, что нужно сделать? Идем на почту. Искать письмо. Вот. Grimmy Game. Переводим. Так, используйте следующий код, чтобы подтвердить. Вот этот код надо, блин, его как-то аккуратненько вот так скопировать. Я его копирую. Перехожу. Так, и что?
Можно. Так, значит, введите свой код здесь. Вот этот код я вставляю. Вот он. Я разгадываю капчу. Кликаю «Отправить». Проверяем, что нам пишут. Поздравляем, ваше сообщение было подтверждено. Окей. Я подтвердила адрес электронной почты. Теперь что надо? Прописать платежные реквизиты. Значит, введите свой адрес электронной почты Payeer или номер счета Payeer. И также Faucet Pay. На Faucet Pay нужно вставлять адрес USDT. Если вы будете выводить на USDT. Я пропишу Payeer. И клику «Добавить». Поздравляем, все хорошо. Так, наверное. Поздравляю, вы успешно добавили свой Payeer. Окей. Все, я добавила свой адрес кошелька. И можно также добавить дополнительно USDT. Это уже по желанию. Так, друзья, давайте теперь по вкладочкам пройдемся. Как я сказала, здесь абсолютно без вложений. Здесь вкладочка «Купить монеты». Здесь можно покупать монеты от 20 центов. Можно купить 5000 монет за доллар. Естественно, я буду покупать. Вы же, как я сказала, работаете абсолютно без вложений. Значит, вот здесь есть ежедневный бонус. Значит, ежедневно заходим, получаем 10 монет. Claim. И, пожалуйста, вот 10 монеток мне зачислили. Теперь на следующий день я только могу получить. Идем на... И видим, у меня уже 512 вот этих монет. Далее. Заработок без вложений. Кликаю. И здесь у нас заработок на Firewall. Ну и все такое, короткие ссылки. Значит, это задание, вот шортлинк, визит веб-сайт. Кликаю. И вот здесь их не так много, но тем не менее, да нормально, вчера у меня было совсем мало. Вот. 1.25 коина. Кликаем. Нас перебрасывают на страничку, как обычный серфинг за выполнение простых заданий. Мы зарабатываем USDT. Идет вот шкала. И выбираем. Капчу разгадываем. Всю. Зачет, друзья. Следующий. Также загружается шкала. И разгадываем капчу. Все, зачет. Таким вот образом зарабатывать коины. Набираем минималку 200 монет. Ставим на вывод. Значит, далее есть еще короткие ссылки. Вот они. Ну, короткие ссылки. Давайте посмотрим, что они тут. Шортлинк. И что? Разгадываем. Видим, да? Я никуда не нажимала. Разгадываем капчу на зеленую вкладочку.
Все, зачет или не зачет. Сейчас посмотрим. Я так вот не люблю вот эти короткие ссылки. Чисто для видео делаю. Сейчас посмотрим. Вот видим, да? Началось. Я вчера прошла короткую ссылку нормально. Все адекватно было. Не, я вернусь. Терпеть не могу эти ссылки короткие. И я закрою это все дело. Хотите на коротких ссылках? Ну, есть же люди, которые любят эти короткие ссылки, проходят. Так, ну и все. Далее что? Битсвал. Посмотрим, что у нас здесь. Ну вот и здесь тоже есть, можно проходить. Также кликаем здесь вот по 0.55 коинов. Кликаем. Также нас перебрасывает на страничку. И также мы разгадываем капчу. Зачет. Все замечательно. Таким вот образом. Тут вот тоже мы. Также здесь короткие ссылки. Сейчас загрузится. Кликаем. Да, вот здесь должно быть адекватная короткая ссылка. Угу. Вот это мне нравится. Ждем, ничего не делаем. Пожалуйста, подождите. Вот ждем все. Зачет, друзья. Возвращаемся. Короткая ссылка пройдена. Вот это вообще шикарный. Короткие ссылки. Здесь посмотрите, погуляйте, если кого-то заинтересует. Также здесь вот баланс вверху отображается. Так, далее идем. Это заработок без вложений. Идем на домашнюю страничку. Нам же дали 500 монет. И вот здесь можно открыть вот этот магазин. Включить автоматы с мороженым. Давайте попробуем. У вас еще нет машин для моро. Вам нужно иметь машины для моро, чтобы их и производить монеты. Идем в комнату. И вот здесь 432 монеты. Информация. Значит, когда вот кликнем купить, да, будет производить 0.01 монета в минуту, 0.6 монет в час, ну и так далее. Это как бы вот такая вот информация. Но тут нам, наверное, их не дадут купить. Ага, превосходно, ваша новая машина добавлена. Это на бонусные монетки. Покупаем монетки. И будет первый уровень как бы приносить доход. Но нужно заходить ежедневно и включать раз в 24 часа, как бы активировать вот эту машину. Вот. Далее. Так, приборная доска. И у меня на балансе стало, видим, да, 500 монет этих списалось. Или сколько там, 83 монетки. Пойдемте дальше, друзья.
Так. Это у нас что? Вопросы-ответы. Переводим на русский язык и читаем. Изучаем. Вот. Что такое биржа? Здесь вот если так вот только переводить и уже через Google переводчик. Так. Теперь партнерская программа. Значит, реферальная ссылочка. Вот здесь кликаем. Вот она. Находится наша реферальная ссылочка для приглашения. Здесь находится баннера, кому надо. Далее обмен идет. И вот здесь уже свои коины мы будем менять на пайер, выводить, когда что будет. 200 монет, 1000 монет, 10 тысяч. Да, 10 тысяч, 50 тысяч, ну и так далее по нарастающей. Если на пайер, ставим сюда галочку. Если на Faucet Pay, ставим сюда. Кружочек видим, да? Ну, контакты здесь нет. Настройки я вам показала. Значит, я хочу купить коины. Я вам показала заработок без вложений. Если вам интересно, пожалуйста, работайте. Я рискну $1 и прикуплю монеты. 900 коинов 20 центов. Вот. Кликаю play. И здесь написано, можно пополнять с Faucet Pay. Или вот здесь я сейчас кликну с Pyra. Сейчас вот обновится. И здесь вот платежный $1. Я выбираю Pyre. Не знаю, я в первый раз. И вот тут платежки. Есть и FreeCassa, и Perfect Money, и Coinbase. Кликаю. Должно перебросить. Угу. Pyre USDT. Ну, комиссия 1 цент. Подтверждаю. Подтверждаю. И должно обратно меня перекинуть. Монетки зачислены. У меня на балансе 5000 монеток. Так. И теперь что мне нужно? Я хочу прикупить там. Ага, машинное отделение. Вот это. И вот за 4200. Здесь у меня уже, конечно, побольше будет. Как бы. И я кликаю купить. Превосходно. Ваша новая машина добавлена. Хорошо. Также раз в 24 часа я буду заходить и как бы активировать ее вроде надо. Возвращаюсь на приборную доску. И у меня еще 883 вот этих монеты. Я еще могу прикупить машину или как-то магазин. Вот. Также я что? Обновить. Успешно модернизированная машина. Хорошо.
Уровень второй. Ну и все, вроде бы. Сейчас посмотрим, сколько у меня там монет. Ага, у меня 451 монета. Здесь 400. Я могу также обновить еще. Успешно. Хорошо. Информация. И вот здесь показано, сколько вот у меня будет доход какой. 0.04 монеты в минуту. 2.4 монеты в час. Ну и так далее. Ну и здесь также. Вот. Минималку наберу. Естественно, я проверю на вывод. Также я буду, естественно, на серфинге. Там это все легко и просто. Вот, я думаю. Вот, быстро наберу минималку. Ну, в принципе, и все. Вот. Ну, вот как-то так. Кому интересно, заходите, работайте. Я вам показала, как зарабатывать без вложений. Набираете минималку, ставите на вывод. Я же, когда наберу минималку, естественно, я запишу видео по выводу. Ну и покажу, как это все делается. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.